Всем добрый день, 15 июня 2023 года. Несколько дней назад у нас прошел хороший дождик. Он хорошо промочил землю, но и уплотнил ее, и пошла расти трава. Поэтому сегодня я буду заниматься прополкой. И начну я с капусты брокколи. В работе я использую плоскорез Фокина, малый плоскорез. Мне им удобнее работать, когда нужно обрабатывать землю вокруг растишек. Дождик прошел, но земля быстро пересыхает. Днем очень жарко. Капусту слегка окучиваю. А междурядье, для прополки междурядья я использую вот такое приспособление. Это мини-культиватор. Он легко выдергивает траву и разбрасывает ее на поверхность. В дальнейшем трава высыхает. Ну вот, капусту прополола, трава посохнет, я ее не убираю. После дождика тронулись в рост томаты, и я стала их подвязывать. Некоторые уже цветут. Я еще их не подкармливала. Вот уже есть плоды. Один рядок я уже подвязала. А это томаты черри. Две экспериментальные грядки моркови. Одну я сажала семенами, которые закапывала в землю, а на второй грядке сеяла семена прямо с пакетика, предварительно растирая семена между ладонями. Пока разницы я не вижу, но буду наблюдать, какой будет урожай. А это картофель. Уже начинает цвести. Картофель я уже обработала от колорадского жука, так как его было много. Но сейчас колорадского жука не видно. А это лук. Лук-сивок фиолетовый. Red Baron. Мне этот сорт понравился, я его сажала в том году. Луковицы выросли крупными. Поэтому в этом году опять решила его посадить. Вот такой краткий обзор моего огорода. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.